Привет, девчонки! Снимаю видео о коробочке Glossy Box. Я так быстренько вам покажу, так как коробка совсем не интересная. Я расстроена, в общем. Единственное, что я очень довольна, это самой коробочкой красивой, такой розовенькой. В общем, вот такие коробки прислали, потому что у них было 2 года израильскому Glossy Box. В принципе, ожидала я чего-то вау-классного, но на самом деле продукты не очень. В общем, 5 штучек их было. Итак, первый они посчитали за продукт. Это вот такой маникюрный наборчик от Lalin. Lalin — это наша израильская фирма уходовой косметики, типа как The Body Shop. В общем, вот такой маникюрный, он стоит сам по себе копейки. В принципе, я расстроена, что его туда положили, но пользоваться им буду. Второй продукт — это полный размер. Это крем для ног от Лака. Лака тоже наша израильская фирма. В принципе, попробую, не пробовала никогда их кремов. Состав тут хороший, и масло джоджоба тут есть, витамин Е. Кремами для ног я, да, пользуюсь. У меня ножки испортились после того, как я ходила на педикюр. Мне это все срезали, теперь кожа огрубевшая. Ну, не совсем такая уж, но хуже, чем было у меня до того, как я ходила к этой тетеньке на педикюр. Так что, ну, буду пользоваться, да. Единственное, что расстроено, что оно дешево стоит сам по себе, то есть... Итак, от Lancome серум, то есть я так почитала, что это имеет 3 вида для разного типа кожи, там светлый, темный. Этот мне не подходит, у меня светлая кожа, я уже пробовала раз пользоваться, неприятное ощущение, мне не нравится, как моя кожа вот ощущать ее после этого серума, идет она вот такого вот, цвета, да, розового. Мне не понравилось. Я даже им пользоваться не буду, пойдет мусорник. Такс. И от Мурат пробничек. Доктор Мурат. Я, кстати, вчера читала про этот крем. Он идет, особенно в России, очень-очень модный. Да, это тут Made in USA написано. Крем для глаз. Тут 3,5 мл. Пробовала им пользоваться. Скажу, что кремик приятный, да? Тут написано, да, на флайере, что он 8 часов увлажняет. Приятный, буду пользоваться. Сейчас скажу, так он, по-моему, дорого стоит. Да, тут почти больше, чем 100 баксов стоит 15 мл. Дорогая косметика. Не куплю, уж точно. И вот такое вот название, не буду коверкать. Прислали нам масочку увлажняющую, 15 мл. В общем, вот это и все, вся коробка была. Мне не понравилось. То есть вот это вот пробник маленький. От Lancome тоже маленький пробник, который мне не подходит. Вот эту штуку можно купить за $3-4. Единственное, что можно, да, чем я буду пользоваться, этим кремом, и маску, да, попробую с удовольствием. Коробочка себя абсолютно не окупила, я расстроенная, но отказываться не буду, так как у меня терпение еще есть. В общем, надеюсь, вам было интересно. Всем пока!